Ну, в этом зале есть один человек. Это наш генеральный. Вы его прекрасно знаете. Для вас неожиданность, да? Я знаю, что он любит песни, у него есть свои любимые песни. И сейчас я хочу попросить, чтобы дали мне микрофон. Вот. Не, я вас хочу пригласить сюда. И мы вместе с вами споем одну из ваших любимых песен. Потому что я знаю, какую песню вы любите. Я думаю, что я не ошибся. Поэтому, уважаемые друзья, ваши аплодисменты нашему генеральному. Прошу. Ну, можете сидя. Включайте музыку, я начну, а потом вы меня поддержите. Остался дом за дымкою степною, не скоро я к нему вернусь обратно. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда, товарищ правда. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда. Товарищ правда. Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, я не струшу, товарищ время, товарищ время. Ты только прикажи, я не струшу, товарищ время. Я снова поднимаюсь по тревоге, и снова бой такой, что пулям тесно. Ты только не зависть на полдороги, товарищ сердце, ты только не зависть на полдороги, товарищ сердце. В большом дыму и полночи, и полдни, а я хочу от дыма их избавить. Ты только все, пожалуйста, запомни, товарищ память, ты только все, пожалуйста, запомни, товарищ память, товарищ память. Аплодисменты генеральному. Виктор Павлович, вам аплодисменты. Мне потом, а что прекратили? Давайте аплодируйте, аплодируйте. Ох, меня нет на вас. Еще. Я еще не на сцене. Спасибо, Виктор Павлович. Я понимаю, что вы переживали, потому что не каждый раз вам больше приходится говорить, чем петь. Ну, я очень благодарен вам, что мы с вами сделали эту песню, потому что действительно та песня, которую вы любите. Но не только вы, но и ваши все ребята. Но это наша жизнь. Вычеркнуть ее просто невозможно. Ну, жили, была страна такая, были такие песни. Ну, не самые худшие, вам скажу. Прекрасные песни, воспитательные.